скукотища. Решили с сыном в мини-путешествие поехать. Время 12 ночи. Мы едем. Ребята, 3 часа ночи. С сыном уснуть не можем. Проблема, смотрите. Пятидверная Нива. Сначала мы разобрали багажник. Тём, открой дверь, я покажу. И переднюю дверь открывай. Смысл, смотрите. Вот самый идеальный вариант пятидверки. Это вот таким образом. Переднее сиденье отодвигаешь максимально. Спинка вот так ложится. И ну каким-то образом вот таким. Это более-менее, ребята, более-менее. Можно отдыхать. А если с багажника вот эту часть поднимается, это опускается, ну, спать почти нереально. Я 1,82 м, и знаете, как-то нам не понравилось. Все мешает. Ну вот, посмотрите как. То есть ровного пола в пятидверной Ниве, к сожалению, нету. Так, ребята, вот у нас подъезжают. Вот Евгений приехал уже. Так. Алексей тоже здесь уже подъехал. Алексей вот здесь. Короче, 3 часа ночи. Нормально мы приехали. Да, решили поспать. А для чего мы собрались, пока мы вам сказать не можем. Наступит утро. Очень большой секрет. Да. Расцветет, будет видно. И мы об этом всем, обо всем расскажем. Так, у Женька тут как обычно. Все прикольно. Флаг он даже. Нет, четко все. Мне флаг привез он, кстати. Ну, да. Завтра будем крепить. Не завтра, а через 3 часа уже. Да. Сегодня. Сегодня, да. Да. Доброе утро. Ну что, утро настало. Сын спит, покажу. По поводу удобства сразу скажу автомобиля. Когда сидушку заднюю поднимаешь, она вот так вот поднимается. Эту сидушку ложится, и пол получается здесь не ровный. Ну, короче, сзади спать ерунда. Вот таким образом. Таким образом поудобнее спать. Вот сын спит, знаете. Сейчас по 8 утра. Подозрительные движения на реке, видят переправляющиеся части, поднимают тревогу, начинают стрелять в воздух, чтобы понять, что происходит. Немцы выдвигаются из опорного пункта, поднимают все свои части, выдвигаются небольшая ракетная батарея, и начинает стрелять огонь. Еще один четный зал. Десантника приходится выбрасываться по топкому берегу и идти вперед. Немецкие солдаты подвигаются. Те, которые должны были держать оборону, пытаются выдвинуться прямо к кустам, чтобы не дать. Полицейские солдаты получают приказ от одного из немецких солдат, который стоял на часах, выдвинуться поближе к... Батареи. Командир дает сигнальную ракету и... Сейчас слева помощь пойдет. И со стороны противоположного берега идет взрыв. Это накрывает самолет.
и так мешает нашим десантникам. Представители вермахта отходят к опорному пункту, к каменному дому, оставляя перед собой заслон из полицейских. Полицейские должны удержать. Стреляем!
Скажите, пожалуйста, нашим подписчикам цель всего этого мероприятия, если не трудно вам. Добрый день, уважаемые друзья. Великая Отечественная война, победа в Великой Отечественной войне, она навсегда вписана в историю, в кровавую историю нашего государства, Советского Союза. И мы обязаны чтить память наших потомков, прадедов, то, что подарили они нам мир. Они подарили нам возможность проводить такие прекрасные мероприятия, разговаривать на своем родном языке, любить, воспитывать детей. И поэтому подобные мероприятия нужно проводить как военно-исторические реконструкции с целью памяти о Великой Победе, о том тяжелом времени, которое пережил Советский Союз. И вот мы решили провести такой вот фестиваль в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ну ясно. Спасибо вам большое за очень интересное мероприятие. Спасибо. Спасибо вам. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Дорогие друзья, уважаемые гости! Thank you.
мероприятие закончилось. Вернулись в лагерь свой. Автомобили у нас прибавились. Ребята с нашего клуба приехали. Жарим мясо, отдыхаем, флаги. Все у нас нормально. Присоединяйтесь к нам. Всех благ, ребята. Женя, как процесс идет? Да, обязательно. Выныривать посреди реки, бегемот. Бобер, ты что, улюгухи, там где-то вещи. Один раз тут курка нахуй, бегемот, понял? Мы тебя верим, давай! Так, друзья, смотрите, сейчас с ребятами собрались с нашего клуба. Ну и горочка простая, песочек. Поспорили, что Нива или у вас заедет или не сможет заехать. Ты чего, ёлопала? Я как не заеду. Как она? Давай, давай, мужик, мы в тебя бьем. Сейчас посмотрим. Механика, автомат. У тебя что, автомат, механика? Механика. Ну, это естественно. Свободный дифференциал здесь. Крутится одно колесо и, естественно, не поедет автомобиль. Хоть и горочка-то, казалось-то, небольшая. Но для монопривода это тяжело. Видите, обороты. Но нет. Просто сносит и все. Все равно не получается. Зато как красиво сделал. Давай ходу вот отсюда прям набирай. Все. Хорош. Сейчас должен заехать. Давай. Молодец. Фу. Молодец. Здесь сложно. Подъем и диагональное вывешивание. Ну легко, легко. Получается легко. Давайте посмотрим. Ну, видите, полный привод. Молодец. Молодец. У меня резина попроще, чем у него. Давай, спасибо. Ну, смотри, как легко, отлично.